Ушибы и ссадины получили водители «Вольксвагена» и «Шкоды» в результате аварии на пересечении улиц Строителя Захарова и Давиденко. «Вольксваген Поло», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества «Шкоде», которая двигалась по главной. Обоих водителей осмотрели в приемном покое и отпустили домой. А вот авария, которая произошла спустя несколько дней на Южном шоссе, привела к госпитализации пострадавших. Водитель 82 года рождения, стаж у него 2001 года рождения, управляя автомашиной «Лада Веста», при совершении обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в период, когда следующее за ним транспортное средство «Лада Приора» под управлением водителя 97 года рождения, а также начало обгон его автомашины и совершилось с ней столкновение. После столкновения обе машины съехали в кювет. Водители и пассажиры получили телесные повреждения. Часть пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение КБ-50. Еще одна авария произошла вечером 1 сентября на проспекте Ленина. В ДТП пострадал мотоциклист, 29-летняя девушка. Девушка, управляя мотоциклом «Ямаха» без государственных регистрационных знаков, выбрала такую скорость движения, которая не обеспечила ей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. И вследствие возникновения мнимой опасности девушка прибегнула к торможению, не справилась с управлением и совершила опрокидывание мотоцикла. Девушка получила ссадины предплечья и левого коленного сустава. После осмотра врачом в приемном отделении отправилась домой. Екатерина Опенова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.